Zero Div. Axis Games.無理はするな。Ну, собственно, всем привет, ребят. Добро пожаловать. Вечер, 9 часов по Москве, и мы продолжаем играть у Mind Zero и проходить его. Собственно, мы продолжаем, собственно, с того же момента, на котором мы остановились вчера. И давайте пройдем все второстепенные события с разными персонажами. И потом пойдем по основному сюжету, как всегда. Так что усаживайтесь поудобнее.
впереди очень много диалогов, местами веселых, местами не очень, местами интригующих, местами скучных, что можно умереть. Но таковы игры. Погнали! Как бы это странно ни звучало. Так, надеюсь, звук нормальный. И да, насчет Persona 3. Я сказал, что, возможно, сегодня мы начнем Persona 3. Короче, подумал, нет, давайте лучше закончим сначала с хотя бы с несколькими играми, которые я стримлю сейчас, а потом начнем Persona 3 Portable. Tian Story. Будем играть за Тянку. Хотя бы с САУ разберусь, а потом уже посмотрим. Чередовать с Mind Zero, может быть, по вечерам. Или еще что-нибудь. Как время появится, так сразу. Но до конца лета мы его начнем точно, может даже пройдем. Так, вижу, у меня тут события с Линой. Погнали, поговорим с Линой, посмотрим. Знаешь, твой наряд действительно уникален, Лина. Чё, правда? Ну, я думаю, что я никогда не замечала, потому что я все время это ношу. Я не говорю, что оно плохое. Просто в магазине, который я обычно иду, я не видела, чтобы у них продавались такие рода, такого рода вещи. Слушай, если ты не против, могу я спросить, откуда ты их берешь? Йокохама? А эти? Вообще-то они сделаны... нет. Это? Не, вообще-то это ручная работа. Я не покупаю их в магазине. Ты их сделала, что ли? Воу. Выглядит очень профессионально. Я не знала, что... ты можешь сделать нечто подобное. Ну, как бы я не сделала я их в одиночку. Что? Не может быть. Он что, умеет шить, что ли? Да. Спалили готическую Лоли. Ничего себе. Это, наверное, круто иметь дворецкую. Слушай, Лин, ты не против, если я одолжу у тебя на недельку? Ты не можешь делать нечто подобное. Эх, блин. Забавно. Ну, Каспер, как бы основной сюжет я прошел, а сейчас я прохожу события, что вы в патче добавили. Ну и, собственно, то, что осталось там. Потому что я не прокачал отношения со всеми тянками. Ну, короче, не выполнил всех дополнительных квесты сюжетные. Так сказать. Фумо, что за голосовалка? Как бы я сейчас с мобилки сейчас попробую зайти. Посмотреть, что-то там скину. А ты где именно скинул ее? Что за голосовалка-то? Дай бог здоровья. Стоп, это Саша. Стоп, а где голосовалка-то? Чати ГГ. Это. Ну, кстати, да, это хорошая вещь. Хорошо, что ты сделал эту голосовалку. Так мы выберем, с какой озвучкой будем проходить третью персону портала. Потому что, ну, если честно, мне как бы больше по душе английская, я к ней привык, побольше, как бы больше.
Изначально с ней прошел, ну и плюс она хорошая. Японскую я пробовал, но не те ощущения все-таки. Как привык в первый раз, так и лучше. Но ради интересного можно сказать и это. Ну да ладно, пусть будет голосовалка, вы там, ребят, голосуйте. За какую озвучку? Потому что тут у нас случай, когда и та хорошая. Так, ну Фуму, я... Ну я решил посмотреть сейчас, ладно. Короче, Саш, спасибо за хороший коммент. Очень приятно всегда видеть такие вещи. Так, привет, Дариша. Ладно, давайте продолжим. Ты сражалась с майдами в течение долгого времени, да? У тебя есть какая-нибудь особая сила? Извини меня, но я не совсем уверена, что ты имеешь в виду. Мне приходилось тренироваться это, потому что это передавалось из поколения в поколение в семье Альбертини. Так что поэтому я полагаю, что плоды этой тренировки можно считать особой силой, если ты это так хочешь. Но. А мы сможем тоже такое сделать? Сейчас, секунду. Предположительно. Сама подготовка достаточно проста. Точнее, сама тренировка достаточно легка. Просто пойди во внутреннюю реальность и походь себя на майндов. Сурева. Это... И самая важная вещь, это то, что ты будешь продолжать делать это. Повторение, мать учения. Вагатта. Тогда ты можешь нас потренировать? Идару. Ну, конечно. Пойди в Некроминко и убей 10 Були Гейр. Вы будете вознаграждены, конечно. Я дам вам карту умения, что передается моей семье. Окей. Пойти убить монстров в данже. Прекрасно. Давайте займемся им позже. Сначала давайте все разговоры, все события пройдем, потом уже пойдем делать этот квест. Что-то мне кажется, что... Ну, если повезет, мы найдем этих монстров сразу. Если не повезет, то... Да придется попариться. Давай, Саш, пока. Удачи тебе на резне. Хорошо, пришло время мне идти. Доброй ночи. Почему тебе не взять Таканаши вместе с тобой? Уже темно как бы. Да, но... А все хорошо, я не против. Ну тогда спасибо. Готова? Да? Проводить ее до дома? Я думал, что придется сейчас еще сразиться с этим самураем еще раз, но пока что нет. Ты всегда идешь этим путем? Ну да. Похоже на довольно пустую улицу. Такой поздний час. Привет, No Time to Wait. Для меня кажется нормальной. Она не изменилась с тех пор, как я была ребенком. Там также есть полицейский участок впереди, недалеко. Так что тут достаточно безопасно. Правда? На самом деле, мне даже нравится, насколько это место пустое. В каком-то смысле я ощущаю это больше похожим на своим домом, чем на самом деле мой дом. Что? Мне кажется, я тебе этого не рассказывала, но все в моей семье
невероятно умны и талантливы. А вот я... Я нет. Суно. Я бы этого не сказал. Ты кажешься очень умна для меня. Недостаточно умна. Неудачникам нету никакого места в моем доме. Когда я была юна, я приходила сюда и читала. Я просто не могла стоять в своем доме. Может быть, поэтому это место никогда меня не пугало. Я очень счастлива, что нашла тебя и Чикаго, и всех остальных. Как бы... Ты дал мне нечто, частью которой я могу являться. Ты имеешь в виду вся эта чертовщина касательно охоты на майндов? Да. Но также... Сейчас. Но также... То, что вы... Ты принял меня во всем этом. Вместо того, чтобы оттолкнуть меня прочь. Я действительно этого ценю. Правда? Да. Чё-то ика. Тебе не нужно никого благодарить за это. Что? Но. Как бы не то, что мы дали тебе вступить в эксклюзивный клуб или нечто подобное. Так как ты это сказала, это прозвучало, как будто мы сделали тебе одолжение или нечто подобное. Мы просто рады, что ты тоже среди нас. Так что это хорошо с обеих сторон. Я. Да. Предполагаю, это не самый лучший путь выразить это. Ты помогла нам? Но. Я не знаю, совпадение ли это, или еще что-то, но... У каждого человека есть вещи, которые он может сделать, и которые он не может сделать. Если ты не можешь найти человека... нет. Если ты можешь найти человека, который может сделать ту вещь, которую ты не можешь, это своего рода кусочек головоломки, понимаешь? Мы просто подходим друг к другу. Разве это не обретает смысл в каком-то смысле? Извиняюсь за тавтологию. Испортился, блин. Нет. Блин, извини, я не могу объяснить это нормально. Да нет. Я думаю, я понимаю. Спасибо тебе. А вот и мы пришли. Спасибо, что провел меня до дома. Увидимся завтра. О. Да. Спокойной ночи. Хай. Спокойной ночи. Очень приятно разговаривать с тобой. Вы выполнили признание Катаны. Да, это было душевно. Надеюсь, мне удалось это тоже передать душевно. Я старался. Так, о, опять с Катаны. Я. Последний раз это не пошло так хорошо. И, честно говоря, я не уверен, если стоит продолжать над этим работать. Ты уверена, что хочешь продолжать это делать? Хай. Да, я уверена. Вагатта. Тогда пошли. Мне кажется, я знаю куда. Сейчас посмотрю на реквест. Теперь, походу, сразиться еще раз... Да, идите на 5-й этаж Кей и сразитесь с бронированным самураем. Ну, я знаю, где он был в первый раз, и предположительно он находится в том же месте, в котором он был в
прошлый раз, так что посмотрим. Засейвились на всякий случай. Ну и погнали. Так, ладно, я отошел, пока шла загрузка. Давайте продолжим. Да. Фу, блин, плохо все. Жара адовая у меня сегодня опять. О. Пека нагревается, надо вентилятор включить. Блин, рандом. Хотя от этих маленьких я даже смогу бежать без особых проблем. А, я думал, они смогли убежать, это было бы очень странно. Тут мобы очень слабые. Тут даже бежать нечего, я их ваншот, могу ваншотнуть, по сути, но хочу тратить время. Так, пятый этаж. Так, 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 так. Между собойчик. Ну ладно. Так. Сохранюсь еще раз. Лишний сейв никогда не бывает лишним. Я тебе больше не позволю пугать меня. Я больше не буду убегать от тебя. Ложь. Твоим сердцем ты все еще отвергаешь меня. Ну, Фумо. Я в смысле разговорчик между собой, общение между собой. Я про это. Да, музон тут хорош. Так, пойдем с киллами. Оу, нифига себе, было мощно. Это было очень мощно. Да, походу тут он на этот раз сильнее и намного, чем в прошлом. Так, ладно, тогда майнда нужно восстановить. Земля говно. Да, магна носит. Что там с ветером? Забыл. Давай. Огонь.
Ах ты ж! 68, это смешно. В смысле, Фуму? Ты вообще про что? Завтра нуар. О, у меня. Что, у тебя разрешено? Блин, КМ придется два хода. Не использовать мое, чтобы восстановить. Окей, и Сана тоже. Только не в Сану и не в Кея. Блин, мощный удар. А, я забыл Фуму, если честно. Блин, походу нужно фармить. Все очень плохо. Физические атаки хорошо наносят дамаг. Вот, в следующем ходе можно уже использовать майнда у Лина и Сана. Давай. Нормально, нормально. Нет! Стоп! Как? Вот дерьмо. Ай, блин, я опять забыл под стримом поставить красивые картинки из Mind Zero, которые у меня есть. Ладно, в следующий раз. Если не забуду. Ну, шанс у меня вроде бы еще есть победить. Да уж, воскрешалок. Вообще, воскрешалки в этой игре есть интересно. Потому что я пока что их не встречал. Блин! Я не успел полечиться, меня убили. Что за срань? Короче, ладно, понятно. Тут все. Умираем! Просто ваншотно. Mind Zero. Да. Ладно, погнали, другие события выполним.
И потом пойдем правильно качаться. Пора брать 30 уровень. Походу. И скиллы тоже надо прокачать. Еще что-то там прокачать. Короче, фарм, фарм и еще раз фарм. Скучно и уныло. Сейчас, секунду. Ай, блин. Я больше Dungeon Crawler'ов не буду стримить, кроме вот Mind Zero и, собственно, Demon Gaze, который начал. Больше Dungeon Crawler'ов, все. Может быть, там через годик еще какую-нибудь Dungeon Crawler можно постримить. Но не скоро больше их буду стримить. Потому что это такой емор. Закончить бы Mind Zero побыстрее. Так, Фомо, я вне стрима этими занимаюсь-то. Но, знаешь, вне стрима у меня как бы и другие дела есть. Арнольд Шугер пройти. В Бэтмена и Ведьмака платину добить. Еще куча вагон других дел. Например, начать наконец-то читать книги, которые мне по работе дали. Прочесть. Вместо того, чтобы в игры играть. Но час, как раз час в поезде. Точнее, 2 часа туда и обратно, если вместе. Там 2 часа кача в день, нормально. Думаю, до конца недели я прокачаюсь как раз. Вот поэтому действительно можно поставить в вечернем слоте с Mind Zero еще что-нибудь, пока я качаюсь в Mind Zero, стримить другую игру. Акиба Стрип или Persona 3? Наверное, все-таки Persona 3. Ладно, посмотрим. Подумаем. Так, ладно, давайте посмотрим тут с Шизукой. Эй, Кей, я хочу пойти на станцию Амамия. Можешь пойти со мной? Ануна. Ты же не собираешься оставить меня в покое, пока я не скажу «Да!» Не правда ли? А? Как ты узнал? Постой. Ты что, волшебник? Забудь. Просто давай пошли. Что бы ты ни хотела бы сделать, сделай это. И потом пошли домой. В любом случае, что ты хочешь сделать-то? Это секрет. Давай, пошли. Господи. Погнали на станцию. Станция Мамия. Она находится перед станцией. Не забудь. А, вот оно. Блин, вы издеваетесь. Но. Итак, что мы тут делаем? Теперь ты можешь мне сказать? Что ты икал? Знаешь... Это не весело просто тащиться вокруг да около, не имея малейшего представления, зачем это делать.
Эй, ты помнишь, когда очень давно ты дал мне плюшевого медведя? Я слышала, что ты можешь достать таких же медведей здесь. Что? Я подумала, что может быть ему одиноко, поэтому я хотела найти ему друга. Может быть, кто-нибудь уже его купил. О. А медведя? А, да, я помню. Сурева. Хотя, мне кажется, я его не покупал. Это просто был то ли призом, то ли что-то подобное. Привет, Анилин. Но почему мы делаем это сейчас? Что-то произошло? Знаешь, я всегда держу его на вершине моего стола. А потом на днях он просто упал. Сурева. Там что, землетрясение было или что-то подобное? Я не знаю, но когда я начала думать, я подумала, что, возможно, ему просто одиноко. Ну, я имею в виду, что все-таки в первую очередь ты мне его дал, чтобы он составлял мне компанию, потому что я была все время одна дома. А ну на. Может быть, ему просто не нравится быть поставлен на показ. А ну не? Я думаю, что он вообще-то хотел сказать, что он хочет быть на показ. И я должна, по крайней мере, найти ему друга. Знаешь, твой ум является одной из величайших тайн нашего времени. Но знаешь, он действительно очень важный мишка. Ну, по крайней мере, для меня. Вакатта. Хорошо, хорошо. Ну, может быть, это не будет тот же самый медведь, но все же. А? Сурева. Мне кажется, тут был похожий медведь в одном из аркадных автоматов где-то тут. Я надеюсь, я правильно понял, что это аркадный автомат. О. Да, вот он. Я надеюсь, что я смогу его заполучить. О, господи, он такой милый. Удачи! Хорошо. Так, горизонтально идет, а потом вертикально, и вот так. Хорошо, должно сработать. Так близко. Но ты его столкнул. Вакатта. Я возьму его в следующий раз. Эх, да уж. Это действительно облегчило мой бумажник. В любом случае, держи. Новый друг для твоего медвежонка. Ва! Аригато! Ура! Спасибо! Я очень буду заботиться о нем. О. Да, конечно. Я назову его Роберт. Но... Вот тут вот, стои, стоять! Ты ж не серьезно, не так ли? Почему? Тебе это не нравится? Ну ладно. Ну, ты его все-таки выиграл для меня. Так что я назову его Кевин. Я. Нет, его имя Бронсон. Поняла? Бронсон. Сонна. Что? Ну это имя звучит так грубо. Оно мне не нравится. Ну, я бы... Я собираюсь назвать его Марлин. А ну на. Постой, этот медведь что, девочка что ли? Ну, этот медведь, собственно, является тем, что медведи являются. Я. Не, мне кажется, что медведь ничего не хочет, никем не хочет являться. Это невозможно.
Блин, я будто... Ладно. Ты такая задница. Может быть, я назову его Кеви? И буду его бить, когда ты будешь задницей? Я реально не помню. Если я что-то ошибся, подправьте меня. Я... Ты... Да просто зови его, как хочешь. Урасина! Спасибо, Кей! Привет, Теодор. Привет, Слаладан. Привет всем. Блин, это так мило. Реально, вот эти разговоры с Шизукой... Блин, реально просто офигенно. Мне очень нравится. Теодор, что с тобой? Вижу, ты горишь. Не гори. Все хорошо. Так, что у нас тут? Есть еще какие-нибудь события? Все, походу мы все прошли. Осталось пройти, собственно, сражение с тем... Сражение с тем самураем, во-первых. И во-вторых, вот этот квест с Линой. Ну ладно, погнали, давайте сделаем квест с Линой. Давайте посмотрим, как там зовут тех мобов, которые нам нужно победить. Так, пойти в Некромикон в Йокохама и победить 10 бул... гейр. А где именно? Там столько этажей. И как выглядит этот монстр? Тут бестиария нету случая. Ну, само собой, нету бестиария в этой игре. Блин. Это плохо. Ну, тогда... Я даже не знаю, куда мне пойти. Просто пойду на разных этажах, буду пробовать. Ну, мне кажется, так красные быки там такие есть. Они были как раз на 6-м этаже. Если я не ошибаюсь, мне кажется, вот эти быки есть вот как раз они. Судя по названию. Так что давайте попробуем. По-любому выбора другого-то и нет, пока что. Поблуждать. Вот. Хотя, может, и на 7-м. На 7-й что-то может быть. Сейчас давайте попробуем. Какой-нибудь рандом. Ну, Фуму, это не здание, а потусторонний мир, так сказать. Так что... Ну давай, рандом, запускайся. Давай. Нет, тут нам... Это не те, что нам нужны. Готово. Довид еще. Круто, круто. Только не забудь, что потом еще игру покупаем. Да, походу все-таки на этом этаже их нету. На 6-м они вроде бы были точно. Ладно, пойдем на 5-й и с 5-го на 6-й. Весы нам не нужны. Земля. Обычная атака. Земля.
Так сразу я не скажу, что... Да уж, действительно. Парочку игр. Ну, я думаю, если что, обращайся, я тебе посоветую хороших игр. Ну, Фумо, да, игра, у игры очень маленькая фанатская база, потому что игра-то не особо известна. Так. Ну все, на этом этаже должны быть, по идее, быки. Давайте надеяться, что они действительно тут. Быки. Вот он. Да, вот они, найдены. Изи. Как я и думал. Слава богу, мне не придется их искать полгода. Ну как раз на них еще и прокачаемся для самурая. Ну, до 30 уровня мы не дойдем, само собой, но все же. Блин, ускорение анимации, это очень хорошо, кстати. Но хотелось бы, чтобы тут было пропуск анимации, как в Нептуне. Это еще лучше было бы. Ну, лучей падло. Майнзиро. Ну, Майнзиро, ты уже видишь, к чему нужно тебе готовиться. Ну, кстати, рекомендую тебе Zero Escape. Не пожалеешь, там сюжет просто офигенный. Тоже. Ну и Dragon Rompa, но вторую часть я буду стримить в следующем месяце. Как раз у меня... Как раз работать не буду весь август, так что... блин! Мне нужны быки. Fail to escape. Так, надо полечиться. И блин, я опять забыл припасы пополнить. Давайте, бычки. О, есть один бычок. Нормально. Всего их нам надо 10 перейти. Ну, еще 8. Нормально. Было бы круто, если бы попадались сразу 3 быка. Как бы мы сэкономили время. Че, еще живой? Какого хэ? Ну, это, по сути, визуальная новелка с элементами этого. Ну, по сути, элементы квеста я бы назвал. Там упоротость. Не знаю. Так. Darkness.
Зато другой. Но Demon Gaze попопулярнее. Я, кстати, что там со второй части? Хотя, стоп, какая к черту вторая часть? Я еще первую не прошел. Вроде бы она должна была выйти в Японии, но что-то новостей я вообще ноль вижу по нее. Блин, ну почему нет этих сраных быков, когда они нужны? Да не крабы мне нужны, не быки нужны. Ну, Теодора, нормально чё? Хотя можешь подождать Скидона, там Скидоны постоянно бывают. И затаришься неплохо. Я с играми, которые сомневаюсь, брать не брать. Скидонов потом беру. Вот как Нептуни, та же Майн Зиро. Ну а те, что я знаю, что они хорошие, ну, как минимум, я их жду очень сильно, сразу беру. Привет, МКВ, еще раз. Ну, это не финалка 10. Тут нету никакого ранга, если там будет. Так что... Так что все хорошо. Блин, эти крабы бьют сильно. Очень. Очень сильно бьет. Введенные крабы. Готов. Так, я сейчас двух быков. Четыре быка уже пойму. Уже завалено. Еще шесть. Круто. Еще шесть быков. Угу. Теодор, ты думаешь, кто-нибудь тебя там возьмет? Если тебя возьмут, будешь мне сливать эксклюзивную инфу и эксклюзивные демки? А, вон оно. Оно как МКВ. Ну, бывает, бывает, бывает. К счастью, мой ПК никто не будет никогда оккупировать, потому что у каждого есть свой. В доме. Мечты, мечты. Угу. Ну, знаешь, мечтать не вредно. Даже полезно. Готов. И мечты сбываются. Какого хэп ПК не охлаждается, блин, сидит на 85 градусов. Ну, Теодор, само собой, одним глазком. Я просто посмотрю, всем покажу на стримы и все. Удалю сразу. Как будто ничего и не было. Пепсина.
Юданшта. Эй, what? Fail to escape, топ сомневался. От этих битв убежать очень тяжело. Блин, меня тут поймали. Но тот, что находится тут, очень маленький и ничего не делает, кроме перевода. Пить эти пиццы, к черту. Ладно, значит, земля. Больше быков, блин, а не всякой крабовой пикси. Прекрасно, давай еще и попадаем.